Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами едим роллы от Идончика, от Иды Галич. Давайте я вам сейчас их покажу. Это топ. Я немножко побаливаю, извиняюсь. Все написано, что надо знать. Будем есть прямо на этой подставке. Ну, потому что как бы, а чё? Не зря же они там все укладывали, понимаете? Давайте я немножечко ракурс так вот сделаем. И вот так вот. Такие вот роллы, если честно, выглядят очень красиво. Они капец какие тяжелые. Короче, сейчас в них проходит акция, поэтому, собственно, я решила этим, конечно же, воспользоваться. Такой вот поднос роллов стоит 2500 по промокоду FUDORGY. Я этот промокод размещу, как бы это ничего не реклама, просто я сама увидела у блогера и решила заказать. Поэтому, если вы хотели бы попробовать эти роллы, то сейчас самое время это сделать, потому что, ну, так дешево они не стоили. Я их не заказывала только потому, что они очень дорогие. Они реально дорогие. Что-то там такой сет, типа, около 4, около, там, ну, 3 с чем-то, я не помню. Ой, у них такой соевый соус. Давайте, знаете, как сделаем. Я имбирь выложу, соевый налью сюда, да? Ну, как бы не очень красиво, конечно. Ну, а что поделать, ребят, сори. Просто мне так будет удобнее, чем сейчас вставать. Имбирь у них, ну, ничего так. Ну, тоже, знаете, с каким-то привкусом. Не знаю, может, у меня какие-то рецепторы неправильные. Так, все соевое я налила. Слушайте, ну мне на самом деле понравилось все. Ну, так оформлено, все брендово. Сейчас немножко, ребят, наклоню вас. Мне, в принципе, понравилось. Все очень оформлено, прикольно. Роллы сами по себе большие. Я не помню, как что называется. Я даже не буду сейчас, наверное, лазить смотреть. Я вам все потом покажу и расскажу, когда буду монтировать. Так, ну что, начинаем. Короче, эти роллы вот этот блогер выбрал как самые вкусные у них. Попробуем. Сразу немножко в соевом макаю. Ну, ребят, вкусно. Очень вкусно. Знаете, очень нежно, во-первых. Это, по-моему, опаленный лосось. И бывает иногда так, что опаленный лосось, ну, очень там опаленный, знаете, вот это какая-то лишняя газ, да, вот это чувствуется. Тут вообще такого нет. Очень вкусно, если честно, я удивлена. Знаете, я сейчас вообще подумала, что, в принципе, Ида Галич, она, ну, она бизнесмен, она бизнесвумен. А, допустим, Настя Ивлеева, у нее немножко другой какой-то профиль. У меня больше, типа, личность, да, публичная. Хотя у нее есть эти чипсы, но, блин, согласитесь, сделать вкусные роллы, это не чипсы сделать. Ну, короче, я удивлена. Так, давайте дальше. Такой вот сет из 5 штук стоит 2500. Там скидка, по-моему, 30%. До 17 сентября. Вам не показала. Слушайте, у нее сладкий лосось. Так это выглядит. Сладкий лосось, прямо. Его тут не сказать, что прям супер много. Может, это то, что мы по акции заказали. Не знаю, может, больше так кладут без акции. Но мне нравится пока что. Знаете, это одни из самых вкусных роллов, которые я пробовала. Кстати, тут мне написала девушка какая-то. Я даже, знаете, не поняла, где я это сказала. Типа, что Якитория что-то... Ну, я могла сказать, наверное, типа, что... Ой, прям на богатом что-то. Ну, про Якиторию. Какая-то девушка мне написала такой комментарий. Типа, ой, Якитория для тебя это на богатом. Какой-то бред вообще. И на самом деле, ребят, вот я в жизни больше всего ненавижу снобизм. Просто ненавижу.
Так, посмотрите на это. Что-то не фокусируется, да? Ну, почему не фокусируешься? Почему не фокусируешься ты? Короче. Сейчас дайте-ка посмотрю. Так, ребятки, давайте еще раз посмотрим. Значит, просто не было фокуса. Здесь, наверное, должен появиться. О! Смотрите, какая симпатичная. Это вообще что? Это, наверное, с окунем? Пробуем. А, давайте макнем, конечно же. Макаю не сильно. Так, видите, чуть-чуть, слегка. Ребят, ну это пушка. Знаете, бывает так, что роллы с белой рыбой невкусные. А тут очень вкусный. Тут авокадо. Сверху это окунь. Я все названия пропишу. Я уже прописала. Видели? Как что называется, что с чем. Но это очень вкусно. Я так вам скажу, что я всегда говорю, когда мне нравится, когда не нравится. Ну вот, Якитория по сравнению с этим, конечно, отдыхает. Безусловно. Там еще есть, знаете, какие-то спейс-суши. Тоже вкусно, типа, надо заказать. Но у них каждый ролл по косарю или там 1500 за вот одну. А, вот, ну я обязательно закажу, попробую. Но вот эти роллы, одни из самых вкусных, которые я пробовала на канале. Вот эти от Иды. Очень вкусно. Давайте дальше пробовать. Тут что-то тоже какой-то кайф. Это, по-моему, который с авокадо, ребят. Посмотрите. Слушайте, ну тут везде авокадо. Мне это очень нравится, что тут нет огурцов. Потому что огурцы реально портят вкус роллов. Вкусно. Вообще. Интересно, свежий вкус. Из-за вот авокадо, знаете, нет лишней сладости. А, там уголь, что ли? Косточка попалась. Нет, лосось. У них, кстати, все брендировано, посмотрите. Даже тут они написали. Ну, честно, Ида круто. Как она это сделала? Она сама сделала? Я думаю, что нет. Думаю, там какие-то крутые шефы у нее. Да? Ну, потому что очень вкусно. Поставлю сюда соус, чтобы не тянуться. Ида, если вдруг ты смотришь этот обзор, или кто-то из твоей команды, это реально офигенно. Это очень вкусно. Так, дальше. Это с тунцом. Слушайте, если бы я делала... роллы я бы делала вот такие по вкусу. Офигенные, офигенные. Рис, знаете, какой-то правильный. Рис. Тут сверху, видите, какая-то такая штука. Намазка, она вкусная. Ребят, если вы это смотрите, ну, рыбка шикарная. Просто вау, это очень вкусно. Просто знаете, что я сейчас ем самый вкусный ролл за свою жизнь. И мне кажется, что именно в России вообще делают самые вкусные роллы, потому что мы вообще в России какие-то гурманы, по идее. Вот, мне кажется, в мире нет более вкусных роллов, чем у нас, чем вот у Иды Галич. Казалось бы, да? Ну вот так, давайте еще раз пойдем вот по этой. Вы просто не видите вот тут, но вот эти роллы, они прям огромные. То есть вот они, ребят. Офигенно. Знаете, вкусный сыр, вкусный рис. Но я вас то... Вот я честно нахваливаю, но потому что мне очень нравится. Они дорогие, ребят. Но пока есть эта акция, закажите, не знаю. Я вот еще закажу, чисто так со своими поесть. Идем. Посмотрите по размеру вообще.
Знаете, в роллах очень важен рис. Не знаю почему, но здесь рис вкусный. Правильный. Знаете, раньше казалось, что типа Ивлеева круче, чем еда Галич. Но мне вот сейчас кажется наоборот. Хотя Ивлеева как бы хейтит еду, но она сделала крутые роллы, крутую вообще сеть. Это не просто там, знаете, одно место забегаловка, это прямо целая сеть, она доставляет по всей Москве. Там участвует в каких-то программах, я за ней так не слежу, но в целом мне она больше симпатизирует. Может, опять же, мне чуть меньше снобизма. Я не могу, ребят, менять снобизм просто. А, ну так вот, и девушка мне это пишет. Для тебя это, типа, дорого, это вообще ни о чем. Но, ребят, вот честно вам скажу, что для некоторых людей, я думаю, что меня смотрят такие ребята, я вам передаю привет, огромный респект, держитесь. В принципе, дорого даже роллы поесть. Не говоря уже о якитории, где там по 600 рублей штучка. В принципе, дорого взять и купить себе роллов. Но вот так люди живут многие. И говорить, типа, фу, да, это вообще дешманские роллы. Ну, ребят, так нельзя вообще относиться. Нельзя так относиться. Пробуем. Тут возьму так побольше, тут рыбки вам покажу. Скажет, что ты все суешь в камеру? Ребят, хочу и сую. Вот реально, мне нравится. Я, знаете, обычно всегда смотрю мукбанги, когда я голодная сама. И мне кажется, когда ты голодный, хочется более рассмотреть детально кусочки, правда, еды. Что как выглядит? Ну, поняли, да? Вот так вот пихать просто, ну, не знаю. Мне нравится, когда показывают. Вкусно. Ну, так вот. У нас не все миллионеры, знаете. И поэтому, да, смеяться-то надо мной. Что для меня роллы... Я сказала так. Он сказал, и что? Знаете, вообще обычно даже в жизни, имейте в виду, вот так вот понтуются люди, у которых у самих ничего нет. Ну, слушайте, и вот снобизм я не люблю. Типа что? Знаете, о чем я имею в виду? Когда говорят, ой, для тебя это дорого, ой, для тебя это дешево, ой, для тебя это круто. Ой, а для тебя эта книжка интересная? Как бы сразу человек тебя понижает в статусе, просто опускает, знаете, типа, что я такое даже не смотрю, да, там, ну, как бы, такая тупость. Но это все говорит только о неуверенности и что человек хочет как-то самоутвердиться за ваш счет. Я таким образом себя никогда не веду. Могу, конечно, сказать, но на постоянке, знаете, там, себя вести как какой-то негатив ходячий, я так себя не веду. Это такой пряный. Очень вкусно. И да. Знаете, быть в кафе, я бы никогда не заказала вот этот ролл. Даже интересно, с чем он. Давайте посмотрим. Не могу. Я вам клянусь, я бы не заказала никогда. То, что с белой рыбой. Я люблю красную. Но вот этот с белой рыбой, он самый офигенный. Сейчас. Сейчас вам скажу, как он называется. Мне просто самое интересное, это просто что вообще такое? Что это вообще такое? Ребят, цена этого сета сейчас 4000 реально. Блин, заказывайте по скидке пока. Манго, лосось, тунец. Это масляная рыба. О, пипец, они сделали. Это просто кайф. Масляная рыба, это вообще топ. Ребят, ну просто знаете, я в восторге. Я честно в восторге. Вкусно, очень. И мне кто-то скажет, ой, может это реклама. Ребят, у меня вообще никакой рекламы на канале нет, в принципе, прикиньте. Так бывает. Некоторые думают, что блогеры зарабатывают. Но маленькие блогеры, ребят, вообще ничего не зарабатывают. Открою вам тайну. Поэтому, бля, какая реклама? Успокойтесь вы. Реально. Говорю, как считаю. Все.
Ну, посмотрите, огромные. Блин, ребят, ну тычи сегодня, буду тыкать. Все, смотрите, вот так. Так. Слушайте, ну манго приятный, не сладкий. Давайте немножко добавим васаби. Как вы уже могли заметить, васаби я не очень люблю. Вот так. Пробуем. Тоже вкусно. Ну, ты не знаю, что я время с Идой перестала дружить. Она говорит, типа, ой, вот. Мне стало неинтересно. Ну, тут видел видос. Там девушка говорит, что у подруги проверяются беременностью. Когда вот вы там беременеете, многие отваливаются подруги. А она же отвалилась как раз в этот момент, когда она там забеременела, ну, у нее такая семейная жизнь. Ну, то есть, по факту, это даже была не дружба больше, а такое со стороны Асти, как я думаю. Ну, сотрудничество, ей было прикольно с Идой, да? До поры до времени. А потом просто ей стало это неудобно. Да, такая подруга? Блестяще. Поэтому, не знаю, вот к Насте я... Раньше мне она нравилась очень. Сейчас, не знаю, у вас также вот просто поделитесь своими впечатлениями и вообще ощущениями от... Ну, как бы это же личная личность. Если ты ее знаешь, то ты к ней как-то относишься, да? Нравится, не нравится. И вот я поняла, что мне в последнее время не нравится. Как бы, знаете, я думаю, что все-таки работа в таком публичном поле изменяет, они уже становятся другими. Но Ида как-то поприятнее. Слушайте, ну вот честно, мои фавориты это... Это белая тема. А, белая тема. Вот эти очень вкусные. Короче, вот эти и вот эти. Дайте я, может, вам переверну, чтобы вам и эту часть посмотреть. Потому что... Чего одно и то же, да? Пофиг. Пофиг. Давайте еще вот по одной. Блин, я реально уже, ребята, наелась, капец. В тот раз я роллами объелась, легла спать, знаете, проснулась. Ох, мне было. Ну, огромные роллы. Такой сет на троих. Нормально. Вот, поэтому я, честно, рада, что Ида сделала такую офигенную такие роллы. Давно я хотела попробовать. Наконец-то попробовала. Честно, вам советую от души. Потому что, если думали, заглядывали, сейчас очень приятная цена на них. Очень. Просто очень. Привезли мне за час они. Там, в зависимости, где вы живете, они везут. Поэтому, ребят, относитесь к людям проще, с добром. Не пытайтесь никого учить, навязывать свое мнение. Это вообще никому не интересно. И со стороны кажется очень токсичным. Со стороны кажется очень токсичным, когда люди тебе пытаются навязать свою точку зрения. То они правы, да? А по факту у каждого человека есть своя точка зрения. И не нужно просто никому навязывать свою. А наоборот, знаете, навязывать свою точку зрения очень легко. А научиться принимать чужую точку зрения, вот это вот действительно сложно. И говорить, знаете, там о себе... Очень легко. А выслушивать человека сложно. Поэтому учитесь взаимодействовать правильно с людьми. Кстати, вот сейчас хочу пойти к психологу. И, как бы, знаете, у меня нет каких-то таких проблем. Но я понимаю, что есть какие-то аспекты
в моей личности, которые мне хотелось бы, ну, немножко отношений, да, может быть, к некоторым вещам поменять. А, научиться реагировать по-другому, да, там, не строить ожиданий каких-то лишних. Вот, поэтому, как бы... Ну, опять же, знаете, почему я не иду к психологу? Потому что, естественно, это... У тебя должна быть возможность отдавать там по 3000 за 50 минут. И я очень рада за тех людей, кто реально ходит к психологу. Но все-таки это роскошь, и сейчас вот я как-то, ну, думаю, что все-таки сходить хотя бы там сеанс на 3-5, ну, просто поговорить. Потому что, ну, это интересно, да, узнать себя. Давайте еще вот это попробуем. Попробуем. Слушайте, ну, маслянистая рыба, это вообще что? Это как? Вот это офигеть. Ребят, вот это офигеть, честно вам скажу. С икоркой. Она только копчененькая немножко, но это просто. Она такая сладковатая, офигенно. А потом что еще сказать? Учитесь друг друга слушать, не давать непрошенных советов, не оценивать, не обесценивать. Все это помогает выстраивать здоровую коммуникацию. Вот. А говорить, что «Ой, для тебя что, это дорого?» Да, для меня это дорого. И что? Я от этого стала хуже. Я от этого стала какая-то не такая. А если для меня это недорого, я от этого стала лучше. Ну, короче, вы меня поняли. Тут есть над чем подумать. Или, ой, для тебя что, это нормально? Могут сказать люди на какие-то проявления в пределах нормы, да? Но просто для одного человека там это ненормально. И вот он такой, что, для тебя это нормально? Ты что, совсем? В этом словосочетании ты уже человека оскорбил. И человек уже, в принципе, вправе после такого просто перестать с тобой разговаривать, развернуться и уйти. Ну, потому что диалог с таким человеком строить невозможно. Ребят, поэтому будьте внимательны к чувствам других. Ой, наелась. Слушайте, ребята, ну я, честно, наелась, я больше не хочу вообще. Ставим, да? Ну, увидели сами, ну это офигенно. А знаете, они еще сделали тут такие вот штучки, а это квази делают. Вот, ну, короче, в России самые вкусные роллы, знаете об этом. В России вообще самая вкусная еда. У нас самый вкусный там и том-ямы, у нас самый вкусный ролл, у нас самая вкусная пицца, правда. Ну, вот как-то вот так вот мы умеем делать вкусную еду. Ох, ребят, спасибо большое, что зашли на канал, посмотрели это видео. Я вас очень всех люблю. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне это очень приятно. Подписывайтесь на мой телеграм, там я выкладываю кружочки. Там в основном лайфстайл. Эти роллы я уже туда выложила. Сейчас запишу это видео, выйду в телеграм, запишу кружочек. Вот, там больше такого, ну, именно живого общения. То есть там вы можете мне написать, я могу ответить. Ну, а, собственно, YouTube такой вот продукт, что держите, вот вам... Видео я уже сняла, смонтировала, выложила. Это было пару дней назад. Ладно, видео, кстати, я планирую выложить завтра. Поэтому оно свежачок. Я это ела вчера. Вот. Ребят, спасибо всем большое за просмотр. Я вас целую, обнимаю, люблю. И до скорой встречи.